Здравствуйте, в эфире канала «Россия-24», информационная программа «События недели». На автовокзале Черкесска сотрудники Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии встретили граждан Российской Федерации и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. В регион прибыли 6 человек, из них 2 детей, которых разместят у родственников. Специалисты чрезвычайного ведомства организовали сопровождение соотечественников в Карачаевск. Прибывшим гражданам оказана психологическая поддержка. Напомним, в Каире работает оперативный штаб, людям оказывает необходимую психологическую помощь, обеспечивает питанием и водой, помогают оформить необходимые документы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов на этой неделе провел совещание по сбору гуманитарной помощи от региона мирным жителям Палестины, оказавшимся в зоне ближневосточного военного конфликта. Жители Карачаево-Черкесии уже выразили свою готовность помочь и принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины. «Считаю такое стремление очень важным и полностью его поддерживаю», – сказал Рашид Тимрезов. В работу по формированию помощи активно включились депутаты парламента. Также глава призвал всех неравнодушных жителей Карачаево-Черкесии принять участие в формировании гуманитарной помощи. В ауле Кубина открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, участнику боев за освобождение Белоруссии Хмаре Дагужееву, имя которого носит общеобразовательное учреждение. Рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым приняли участие в памятном мероприятии. Альбина Курачина-Вакенжева расскажет подробнее. Мероприятие началось с гимна страны и республики. Память солдатов, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания. На мероприятии присутствовали гости, общественные деятели, родственники Хмары Дагужиева, педагоги и ученики. Были интересные рассказы от старожил аула, где все окунулись в историю. Всего в освобождении Беларуси участвовало 1438 жителей Карачаева-Черкесии. Один из них – уроженец Кубины Хмара Аслангиреевич Дагужиев, отдавший свою жизнь Белоруссии. На мой взгляд, самый яркий подвиг – это его последний подвиг, когда, не желая сдаваться врагу, он взорвал себя и своих врагов гранатой. Это подвиг, который демонстрирует мужество, героизм и патриотизм Хмары к своему отечеству. Сегодня его имя носит средняя школа и улица в родном ауле. Родился Хмара в 1920 году. Был призван в ряды советской армии в 1939 году. Вскоре началась война. Дагужиев был отличным бойцом. Благодаря ему сбито с рельсов 2 паровоза, которые тянули на фронт вагоны с техникой и оружием. Хмара Дагужиев сделал много в боях, был храбрым. В отряде пользовался авторитетом. Все бойцы брали с него пример. Хмара всегда рвался в бой и просил как можно больше у командиров ответственных боевых заданий. Погиб Хмара героически в 1944 году. Ему было всего 24 года. Школьники с большим интересом слушали отрывки истории на митинге. Мемориальная доска – это напоминание нынешнему поколению о человеке, который является примером для каждого из нас. Дорогие родственники Хмары Аслангиреевича, уверен, что педагоги, учащиеся, приходя в школу и глядя на мемориальную доску, будут вспоминать об ответственности перед своей семьей, родиной и самим собой, будут служить примером истинного патриотизма. Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, процветания нашей стране и малой родине. Во время войны Хмара Аслангиреевич показал себя настоящим воином. Взрывал, пускал под откос поезда гитлеровской Германии. Наша школа носит его имя. И в дальнейшем мы будем с честью нести его имя. Имя Хмары Аслангиреевича Дагужиева.
Директору и учителям вручили благодарственные письма от сенатора за патриотическое воспитание подрастающего поколения. После торжественного открытия доски присутствующие возложили цветы. Затем прошли в школьный музей, в котором хранятся альбомы о славном сыне Абазин, герое Белоруссии, фотографии, рассказывающие о встречах в Пегановичах и Кубине. Учащиеся кубинской школы гордятся учиться в учреждении, в котором учился Ахмар Адагужиев, и будут чтить память своего героя. Альбина Курочинова, Кенжева Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Лучший народный участковый живет и работает в станице Кардоникской. Совсем недавно майор полиции Инна Лукьянова стала победителем регионального этапа конкурса. Наша съемочная группа побывала в гостях у старшего участкового уполномоченного и присоединилась к профилактическому обходу. Подробнее смотрите в материале Мадины Лайпановой. Служить России и закону. Для старшего участкового уполномоченного полиции Инны Лукьяновой это не просто слова. Свой путь в органах МВД эта хрупкая с виду женщина начинала в далеком 2006 году. Теперь же она несет службу уже в звании майора. А совсем недавно Инна была признана народным участковым в нашей республике. Для меня было неожиданно, что я буду участвовать в конкурсе «Народный участковый». И когда я победила, заняла первое место по республике «Народный участковый», мне было очень это приятно. Еще раз повторюсь о том, что спасибо большое это народу, который голосовал за меня, верил в меня, доверял мне. Благодаря своему профессионализму и человеческим качествам она является ярким примером не только для жителей родной станицы Кардоникской, но и для своих сослуживцев. Как, например, для лейтенанта полиции Юлии Крапивко, которая знакома с Инной не так давно, но уже успела по-настоящему подружиться с коллегой. Я в органах по сравнению с ней не так уж давно работаю. И, конечно, бывают такие моменты, когда я сталкиваюсь с этим впервые. Она, так как работает здесь очень давно, если не ошибаюсь, 17 лет где-то участковых, вот, она уже знает многие моменты, сталкивалась с различными ситуациями, она, конечно, подскажет, поможет, никогда не оставит в беде. Сейчас очень мало найти таких сотрудников, можно, которые так ответственно и добросовестно выполняют свои должностные обязанности. На административном участке Инны Лукьяновой проживает более 3000 граждан, и каждого из них она знает в лицо. Собственно, как и они своего участкового. Многие помнят нынешнего майора со времен, когда она была маленькой девочкой и только мечтала о службе в органах. Инна в буквальном смысле выросла у них на глазах и стала настоящим хранителем правопорядка в родной станице. Я здесь на этом поместье живу уже около 20 лет. Она, как говорится, росла на наших глазах и училась, как говорится. Мы тут все присутствуем, знали об этом. Поэтому девочка очень ответственная, очень внимательная. Вот все в ней отзывается, представляете? Она отзывается и на радость, и на беду. И, ну, в общем, она очень положительный человек во всех смыслах. Она постоянно общается с людьми, с положительными, неположительными, но все именно ложится на ее плечи. Она за всех в ответе у нас. Поэтому она именно народный участковый, и мы ей очень гордимся даже. Гордится Инной и ее супруг Сергей, который, кстати, тоже полицейский. Свою супругу он всегда поддерживает и считает ее не только профессионалом своего дела, но и замечательной женой и, конечно же, матерью. Как человек добрый, отзывчивый, всегда придет на помощь, никому не откажет. Очень лояльно ко всему относится и, ну, очень хороший человек. С профессиональной точки зрения она как бы знает свою работу, то есть она уже не первый год работает, знает свой участок, знает население, то есть свою специфику работы она знает на 5. То, как она выкладывается на работе, то, как она этой работе себя посвящает, ну, то есть она постоянно больше, ну, на работе, она, конечно, знала, что, ну, знал, уверен был, что она победит, но когда она победила, конечно, это было радостно, гордость какая-то за нее, ну, то, что она вот вышла на победителем в этом конкурсе. Сейчас чета Лукьяновых воспитывает 2 дочерей, а совсем скоро у них будет прибавление. Ну а пока они находятся в счастливом ожидании сына, Инна продолжает работать, помня, ради чего она когда-то пришла на службу. Служба участковых
Для меня как бы на данный момент она несложная, так как мне нравится общение с гражданами, помогать им в трудную минуту. Работать участковым – это напрямую связано с общением с народом, с людьми, помогать им решать их проблемы, там, семейно-бытовые конфликты, разные ситуации ихние. После победы на региональном этапе конкурса «Народный участковый» проходило голосование уже на федеральном уровне. Результаты по нему пока еще неизвестны. Но независимо от исхода, старший участковый уполномоченный полиции майор Инна Лукьянова и дальше будет служить России и закону. Мадина Лайпанова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Муса Ионов – певец, композитор и дирижер, который дарил свою душу каждый раз, когда выходил на сцену. Его музыкальный талант стал незабываемым в народной памяти, а песни до сих пор звучат в исполнении современных артистов эстрады. Исполнилось 80 лет со дня рождения известного абазинского музыканта, заслуженного деятеля искусств Мусы Хаджимагометовича Ионова. А его узнаваемый многочисленными поклонниками баритон – вновь заиграет своим неповторимым тембром в сюжете Фатимы Дауровой. Тандем двух ярких представителей творческой интеллигенции республики, поэта Кирима Мхце и композитора Мусы Ионова, создал один из музыкальных шедевров культурного наследия абазинского народа – песню «Дуней». Она в какой-то мере стала визитной карточкой певца, а мягкий лирический баритон Мусы Хаджимагометовича стал украшением еще многих других авторских вокальных композиций. Сегодня они стали классикой эстрады. Муса Ионов являлся уникальным самородком, имеющим особый музыкальный слух с самого рождения. Я всегда удивлялся его абсолютному слуху. То есть он мог вот идти вот по улице, часто он прогуливался, особенно после болезни, после операции на сердце, прогуливался, услышит какой-нибудь шум, и он мог эту ноту, это даже природного шума сказать, природного звука сказать, какая нота прозвучала. Более двух десятков лет Муса Ионов возглавлял один из самых ярких вокальных коллективов своего времени – областной хор «Радио». Именно здесь проявились его педагогические способности наставника, а его прекрасный слух, музыкальная память, чувство ритма, стиля и доскональное знание материала сделали центральным фигурантом, дирижером творческого коллектива. Хор исполнял песни на всех языках народов Карачаево-Черкесии. Заслуженная артистка России и Кубани Лидия Луценко рука об руку проработала с Мусой Хаджимагометовичем много лет. Она до сих пор помнит свою вокальную партию на абазинском языке. Абазашта сышкехяк, я щашкоку ажвандак, сдзахкаркарцкякала юхачева, спсыхш качкалова зерчва. Пусть меня простят, это очень давно было. Поэт-песенник Беляль Хасароков держит в руках нотное издание музыканта, его первый авторский сборник. И среди песен Мусы Ионова есть особенная, любимая, которую бард всегда исполняет на своих выступлениях. Песня называется «Берегите землю» на стихи Кирима Мхце. Для меня вот эта песня еще дорога тем, что Муса сам мне показывал аккорды для игры на гитаре. Именно авторские его аккорды. Это не просто кто-то подобрал на слух. И даже еще какие-то моменты, вот, нюансы какие-то еще объяснял. Воспоминания о нем и его современников полны ностальгической грусти о близком человеке и наставнике. Я работаю с хором, разбираю новую вещь и прошу, говорю, Муса, ну, пожалуйста, сядь в баритоновую партию. Не идет и все, особенно если что-то сложное. Все, Муса туда сел, один голос, все, баритоновая партия зазвучала. Вы по нему скучаете? Очень, а его не хватает. Вообще мне эта фраза не нравится, незаменимых людей нет. Я убедилась, есть люди, которых заменить нельзя. Вот из таких и Муса.
Муса Ионов ушел из жизни рано. Ему было всего 53 года, большую половину из которых он посвятил служению музыке. Его творческое наследие – это национальное достояние абазинского народа, а достоянием самого автора стала его семья, которая была ему опорой в жизни. Его дочь Мадина Ионова сегодня является хранителем телевизионного архивного фонда ГТРК Карачаево-Черкесия. На этих полках часть истории развития родной республики, и среди старых видеокассет и новых цифровых носителей бережно хранятся архивные видеозаписи с выступлений именитого отца. И когда его песни звучат из телевизионных экранов и со сцен концертных залов из торжественных мероприятий, гордость за отца переполняет сердце дочери. Пели и черкесы, и абазины на этой свадьбе эту песню. И мне, знаешь, вот так мурашки по коже шли, потому что, ну, это же приятно, когда ценится его творчество. Не однодневная эта песня. Помню, поют дети, которых еще, в принципе, не было на свете, когда он ее написал, эту песню. Это дорогого стоит. Это, наверное, самое дорогое, что ты можешь заработать в этой жизни. Это добрую память о себе. Фатима Дорова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Они подарили красивую и яркую игру болельщикам, а московские судьи признали лучшим бомбардиром, лучшим игроком и лучшим вратарем страны третьего дивизиона членов их команды. Весь 2023 год футболисты Карачаево-Черкесского клуба «Нарт» показывали и доказывали свое мастерство и превосходство, выиграв матчи вначале в зоне ЮФО и СКФО, а затем на всероссийском уровне. Так обновленная футбольная команда из Черкесска вернулась из Сочи, где стала вице-чемпионом финального этапа соревнований России среди мужчин. Победителей с песнями, танцами и различными угощениями встретили на границе Ногайского района и Ставропольского края. Алла Качиева подробнее. Вот они, лучшие нападающие, защитники, полузащитники и вратари. Немного уставшие, чуточку грустные, но довольные ребята-футболисты выходят из автобуса, где их ждут с утра на границе Ногайского района со Ставропольским краем с музыкой и национальными угощениями. Еще бы, такого результата у игроков Карачаево-Черкесии не было. Среди 86 команд из 9 регионов России нартовцы стали вторыми. Мы выиграли в Сочи 4 игры, и вот вчера мы проиграли 1-0. Но мы забрали все, что у них есть. Мы забрали лучшего вратаря. Москва определила, что лучший вратарь – это игрок «Нарта». Лучший игрок сезона России тоже определила Москва, и это сделали Обидокова. Лучшего нападающего тоже сделали «Нарт». Это тоже Обидоков. Мы 10 голов забили и 3 гола пропустили. Ну, это о чем-то говорит. И говорит о том, что это настроение, бой, характер. И то, что мы дали слово и главе республики, и болельщикам, что мы докажем, что мы будем играть, что мы эту зону выиграем. Я считаю, что за 20 лет и за возрождение футбольного клуба мы выложились на все 100. Так, в финале «Нарт» из Черкесска встретился с командой КССС из Кирово-Чепецка. Игра получилась зрелищной, яркой и завершилась минимальной победой 0-1 в пользу наших соперников. По итогам турнира обладателями индивидуальных наград стали два игрока Карачаево-Черкесского футбольного клуба «Нарт». Лучшим вратарем признан Александр Дьяченко, лучшим бомбардиром и лучшим игроком Вадим Обидоков. Тренер голкипера Дьяченко с гордостью рассказывает, что занимался с ним около полугода и результат не заставил себя долго ждать. Проявил себя очень трудолюбивым парнем, отзывчивый. В общем, прикладывал усилия. Ну и своей игрой, своим отношением, профессионализмом он доказал на всю Россию, что он является лучшим вратарем в третьей лиге.
Нартовцы не собираются останавливаться на достигнутом. Ребята мечтают играть в премьер-лиге в составе своей любимой команды. Ну а секрет успеха у каждого свой. Тренироваться, усердно тренироваться и желание. Я думаю, все кроется в таланте. Ну, большинство. А так тренироваться тоже стоит. Заместитель министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесии Мурат Агиров поблагодарил футболистов за красивую и яркую игру, за кропотливый труд, хорошую технику и победы. За выход в финал они выиграли двукратных чемпионов данной лиги. Вот, ну, это второе место, оно для нас тоже победа. Я хотел бы поздравить всех любителей футбола у нас в республике. Действительно возрожденная команда «Нарт» оправдала все наши надежды, даже ну, как сказать, перевыполнили свой план. Мы не ожидали такого результата, это результат у нас в республике впервые. Мы заняли второе место среди 86 субъектов третьей зоны, ну, третьей лиги. Поэтому это шикарный результат, я надеюсь, уверен, что будущее у нашей профессиональной команды «Нарт» очень огромное. Сейчас футболисты «Нарта» будут отдыхать и набираться сил, а в следующем году вновь будут покорять футбольную вершину страны во втором дивизионе. Алла Качиева, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Ногайский район. Все мы родом из детства, и самые теплые, яркие впечатления, как правило, связаны с этой порой. И касается это не только школы, друзей и различных увлечений. Даже предметы из детства нам кажутся особенными. Более 3000 экспонатов из своего детства и юности собрал коллекционер из Черкесска Рустам Кубанов. Его раритетная коллекция напрямую связана с эпохой СССР. Но Рустам не планировал показывать широкой публике свои экспонаты. На это его сподвигло обещание близкому человеку. Но обо всем по порядку расскажет Белла Джазаева. Эти вещи из СССР можно рассматривать бесконечно. И наверняка каждый, родившийся в Советском Союзе, при этом будет испытывать ностальгию. Жизнь сейчас намного проще и интереснее. И ассортимент всего гораздо обширнее. Полки многочисленных магазинов полны товаров на самый различный вкус. Но никто не сможет поспорить с тем, что все, что делалось в СССР, а тем более, если там присутствовал знак качества, было сделано, как говорится, на совесть. Свою 3000-ю коллекцию Рустам начал собирать еще в детстве. В первом классе мы поехали в гости к тете. И брат первый раз мне этот... монеты подарил, старые царские монеты, да. Мне понравилось, я вот их забрал, и вот что-то с тех пор, вот как бы, я собираю это все. Я не помню себя, чтобы я без какого-то старинного, чтобы увлечения не было в дня, как бы. Рассматривая экспонаты, собранные в личном музее Рустама Кубанова, ты как будто бы на миг возвращаешься в свое детство и юность. А посмотреть здесь действительно есть что. Рустама, как коллекционера, в первую очередь интересуют вещи 50-х-90-х годов прошлого века. Неизгладимое впечатление производят очень многие экспонаты. Это хрустальные янтарные часы, старинные каминные часы, часы с боем, навесные и туристические часы. Всего здесь представлено более 150 часов. Здесь также можно увидеть чугунную лампу 30-х годов, шахтный телефон, елочные игрушки 50-х годов, раритетные книги начала прошлого века, стекло ручной работы, издательские машинки 60-х годов, колпаки хромированные на классические автомашины СССР, чугунные утюги, ретро-бытовая техника, изделия из латуни и бронзы. Одним словом, великое множество предметов быта и обихода. Вот эта лампа, она приехала с Якутии. Она приехала очень случайно. Ребята, которые поехали, линии тянули у нас на работе. Когда линии тянули, бабушка вышла из дома, попросила, чтобы лампочку вкрутили. Но она не знала, что здесь уже нереально. Они повесили новую лампу, свет сделали, эту сняли, буквально просто кинули на платформу КамАЗа. Она приехала. Я объезд на работе делал, случайно увидел ее, смотрю, ну, вещь, которая пахнет стариной, чугунная, добротная. Стекло, которое обработано вручную.
Раньше лили стекло, оно было матовое, и они обрабатывали. Вот это все обработано руками человека. Это ГДР, 50-е годы, парфюм. Вот. Это для женщины духи. Это для мужчины вот с компрессором. Вот. Есть мыльница еще к нему. Вот, тоже с крышечкой. Красота. Да, зеленое стекло. Рустам досконально знает историю каждого своего экспоната. Собирает он свой музей по частицам более 30 лет. Какие-то вещи он покупает в антикварных лавках, что-то приобретает на блошиных рынках, что-то ему дарят. Возвращаясь к теме того, почему же он все-таки решил показать свое сокровенное, Рустам говорит так. Я обещал своему тестю, что вот это все люди увидят. Вот. Был случай, когда мы ехали с дачи, я просто случайно заехал сюда за ключами. И он следом зашел и увидел. Он вообще не думал, он был шокирован. И он мне говорит, я или сам вызываю, или я телевидение должен вызвать, чтобы они посмотрели, показали как бы. И он был заядлым коммунистом. Нисколько, что он увлекался этим, но он реально был рад, что вот такие вещи я коллекционирую. И я думаю, что ту мечту его я осуществил сегодня. Посмотрев коллекцию экспонатов Рустама Кубанова, многие очевидцы того времени, безусловно, вспомнят что-то свое о жизни в СССР, о приятных событиях, связанных с теми или иными предметами и вещами, но и просто окунуться в свое детство, юность и молодость. Белла Джазаева, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи.